Привет-привет всем мальчикам и девочкам. В эфире программа «Таёшкины сказки» и я ее ведущая Есения. Ребята, а вы знаете, чем занимаются самые маленькие участники фестиваля «Таёшкины сказки»? С ними нас познакомит наш друг Ёжик. Ёжик, поторопись, мы тебя заждались. Чих-пых, вот он я. Всем хорошего дня. Ёжик, где ты ходишь? Как это где? По лесным дорожкам бежал, по болотам с кочки на кочку прыгал. Где ползком, где клубком? Наш округ сама знаешь. Леса до болота, а я все дорожки для вас разведу. Мы ежики хоть и маленькие, зато полезные. Все сами умеем делать. Совсем как ребята из студии Таёшкина. Пора заглянуть к ним в гости. Дорожка знакомая. Топаем в регион в студию Таёшкину. У меня занимаются детки от 3,5 лет. Изучаем основы, азы, различные техники. Рисуем на стекле красками, сыпучие материалы изучаем. И я очень рада, что в нашу художественную школу приходят ребята разных возрастов и с удовольствием занимаются анимацией. В студии Таёшкины мы рисуем. Я нарисовала ракету. У меня там летит, у меня зайчик. И малыш. Я нарисовала самую большую ракету. В ней полетит мама. Вот такие замечательные малыши учатся в нашей школе и уже делают настоящие мультфильмы. Ёжик, с юными художниками познакомились. А сейчас смотрим мультики от малышей на разные темы. Всем приятного просмотра. Жили-были мальчик Степа и девочка Соня. Они очень любили сладкое и ели его много-много. И вот однажды дети попали в сладкую страну. А там все сделано из сладостей. И живут там пончики, пирожные, печеньки, леденцы, мороженое, всякое разное, конфетки и шоколадки, мармеладки. Дети как увидели все это, и давай есть сладости. Ели, а сладости говорят, съешь еще. Но вдруг у Сони заболел зуб, а у Степы живот и 3 зуба. Ай-ай, как больно! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Как больно! Есть дети больше не могут, а сладости бегали за ними и кричали. Еле ноги унесли и решили дети, чтобы больше не болеть, лучше в космос улететь. Есть лишь фрукты, овощи и побольше вод. Овощи, всем пока! Конец! Жил-был волчок. Однажды проснулся он, страшно голодный. Ну-ка, что у меня тут есть? Ой-ой, ой-ой! А здесь-то? Ой-ой! А здесь-то есть еда? Ой-ой! Ай! У-у-у. Куда это ёжик пошел? Понятно, грибы собирает. Тоже соберу. Сейчас посмотрю. Нет, не этот. Не этот. Тоже не пойдет. Вот он, чай грибов. Сейчас грибочков пожарю. Тук-тук. Здравствуй, волчок, я тебе подарок принес. Заходи, ёжик, у тебя сейчас грибы есть. Что ты, волчок? Это же мухомор, ядовитый гриб. Мухи и то отравились. Ой-ой, вот я съела башка. А какие можно? Лисички, подберезовик, рыжик, подосиновик, белый гриб, царь грибов. Кушай на здоровье. Понятно. А мухомор – это яд. Осторожно. Любишь смотреть прикольные мультики? Смотри программу «Таёшкины сказки». С вами был Ёжик Таёшкин и Есения. Всем хорошего дня. Чих-пых и хорошего настроения.